Горячая парочка этого лета, конечно, немецкая. Бывшая супермодель Хайди Клум и музыкант Том Каулиц. Показать вам их поцелуй не хватит хронометража нашего сюжета. Их поцелуй бесконечен. Выбираются из постели только перекусить. Завтракают, конечно, без одежды. Еще одна жаркая пара — немец и бразильянка. Ух, Кевин Трапп, запасной вратарь сборной Германии. Это в команде он мало подвижен, а в отпуске очень даже активен. Ведь рядом Изабель Гулар. Снимки их отдыха детям не покажешь. Это был Трапп, не путать с Трампом. Модель Карли Клосс не перепутала. Вышла замуж за родственника именно президента Америки Джошуа Кушнера. Ничего, что жених травмирован. Невеста танцевала за двоих. В Нью-Йорке по утрам папарацци обожают ловить на прогулке модель Эмилию Ратаковски с мужем и щенком Коломбо. Не надо открывать Америку. Эмилия и Себастьян – яркая пара. «Mad Love» – безумная любовь и надпись на спине супруга. Безумно – это целоваться на проезжей части. Натали Портман с мужем-французом Бенджамином Мельпье – пара сдержанная и элегантная. А тут вышли в магазин, и страсть накрыла. Горячие, как чашка их утреннего кофе, Кайл Маклахлен обожает супругу Дезри, что не мешает ему над ней подшучивать.